Итак, всем привет, с вами снова Валера, и я вам расскажу трюк реплейс, который я авторский. Итак, нам для трюка понадобится дубликат любой карты, у меня нет просто карт, у меня там красные колоды в основном, и так что я решил сделать синий со старенькой. У меня вот в колоде было 56 карт, два просто красных джокера и два черных. Выбирайте сами, с какой картой делать. Можете с десятками, с королями, с тузами. Лично мне все равно. Итак, выкидываете одну карту. Например, вы выбрали красного джокера, я выбрал красного. И нам понадобится еще для фокуса клейкая лента двусторонняя. Отрезаем кусочек. И клеим на нашу карту. У нас просто такая лента, что нужно защитный слой снимать скальпелем. Сейчас я сниму. Так. Все, я почти снял. Итак, вот наш гиммик готов. Эту прозрачную ленту клейку почти не видно. Сделаем пальцем по ленте вот так, чтобы карта наша сильно не приклеивалась. Верхнюю от одного джокера без гиммика ложим на верх колоды, другого, соответственно, на низ. Так, этого джокера уберем, середку черного, а другого на низ. Итак, делаем так. И просим любой момент зрителя сказать «стоп», «стоп». Здесь, и смотрите, что я делаю. Я когда вытаскиваю вот эту, он здесь сказал «стоп», я верхнюю карту прижимаю к остальной части колоды. Вот, смотрите. Блин, карта приклеилась. Вот, «стоп», делайте так. Смотрите верхнюю карту. Это, ага, это у нас красный джокер. Ложите сюда, ложите в бок, ой, в колоду и... мешайте. Старайтесь мешать так, чтобы нижняя карта оставалась всегда на своем месте. Итак, ага, вот делайте вишу, типа ищите, подвигайте сюда наш гиммик. Незаметно засовывайте под низ нашего второго джокера. Это вот так выглядит. Ага, вот наш джокер. Посмотрите, совершенно обычный, типа, мол, потом делите колоду на две части и засовываете туда джокера нашего с клейкой лентой. Засовываете, ложите и только ровно ложите, стараясь приклеить нашу карту. Потом прижимаете, чтобы джокер окончательно приклеился и... показываете карту с другой кучки, где у нас лежит дубликат без клейкой ленты. Показываете, что, мол, все карты перевернуты, и сзади делаете, на последнюю карту делаете брейк. Когда вы раздвигаете, потихоньку переворачиваете карту. Вот так это выглядит сверху. Вот все, мол, карты уложены рубашкой вверх. Так. Вот делайте. Все карты рубашкой вверх перевернуты. И все. И даете перетасовать. Можно самому сделать это. И берете верхнюю часть, ну там, где у нас склейкая лента. Джокер с клейкой лентой. И переворачиваете, чтобы больше было эффекта. Посмотри, мол, сейчас я перемещу твою карту из этой части колоды в эту. Оп, проводите, и, о чудо, у нас карта появляется здесь, в этой части колоды, перевернутая. А в этой смотрим, соответственно, джокера нету, потому что он приклеился. Сейчас посмотрю еще куда. Ну, в общем, вот такой вот прикольный трюк. Тренируйтесь.